Подготовка к запуску «Силы Сибири» вышла на финишную прямую. Уже в декабре заказчик получит первые 1000 кубометров газа с российских месторождений. Сейчас строители завершают обустройство инфраструктуры одного из главных мегапроектов на востоке страны. О том, как идут работы в Ленском районе, расскажет Дмитрий Макаров. Строительство производственной базы компании «Газпром Трансгаз Томск» в Ленском районе близится к завершению. Объект начали возводить в 2015 году. За это время здесь появились десятки объектов, в которых после сдачи в эксплуатацию закипит жизнь. На данной территории будут находиться у нас офисные помещения, будут находиться помещения производственного характера, это гаражи для стоянки автотранспортной техники, складские помещения для хранения материалов, которые необходимы нам в производственной деятельности, ремонтно-механические мастерские. Будет также размещаться токарный парк, токарный цех. Такая мощная база необходима для того, чтобы обслуживать магистральный газопровод «Сила Сибири», который проходит по территории Ленского района. В зону ответственности местного линейного производственного управления входит 365 километров магистрали, а в перспективе будет больше 700. Работать приходится в экстремальных климатических условиях, поэтому особое внимание уделяют энергетической безопасности объекта. Источником электроэнергии является блочно-комплектная трансформаторная подстанция завода «Самара Электрощит» с двумя масляными трансформаторами мощностью по 1600 кВт-ампер. Для аварийного электроснабжения предусмотрена аварийная дизельная электростанция. «Сила Сибири» – это один из ключевых проектов восточной газовой программы, реализацию которой правительство страны поручило ПАО «Газпром». Все работы идут в строгом соответствии с графиком. На сегодняшний день завершаются у нас благоустроительные работы, которые мы планируем завершить в третьем квартале этого года. И в четвертом квартале планируем данный объект ввести в эксплуатацию. В июле Ленскому управлению магистральных газопроводов «Газпром Трансгаз Томск» исполнилось 6 лет. За это время уже проделана огромная работа. Но главные достижения ждут впереди, когда будет запущен газопровод «Сила Сибири». До исторического момента запуска «Силы Сибири» остается меньше полугода. Уже в августе трубу начнут заполнять газом, а в декабре заказчик получит первые 1000 кубометров голубого топлива. Набранные темпы работ не оставляют сомнений в том, что все пройдет по плану. Дмитрий Макаров, Роберт Набиев, Роман Токмаков. Вести. Якутия.